ведь удары продолжаются вот этими атакамсами, об этом Минобороны заявляет. Ну, у нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа. Сыська Бога, нам подмога. Бывало, и коза волка ебала. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается. Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников, это... Как бревно нужно ебаться, чтобы в аду не обосраться? Ну, дальше, я уверен, зритель знает.